посыпала сахаром и так полную-полную 20-литровую кастрюлечку. Сахаром засыпала, сверху завязала марли и поставила на ночь. На 12 часов пускает сок и в собственном соку потом проваривается абрикос. На огонь на медленный ставлю, этим временем баночки мою содой, стерилизую их и в горячем виде заливаю уже сваренным вареньем. Варенье варится два этапа, я варю. Первый раз вскипело, помешивая. 10 минут проварилось, выключила. 3 часа стоит, настаивается. Потом опять на огонь ставлю, закипает. Добавляю немножечко лимонной кислоты, хранится хорошо. Вскипело, прокипело опять 5 минут, выключила. И сразу же разливаю в подогретые, ну, пропаренные баночки. И закатываем, закатываем и переворачиваем горлышком вниз. Остывает, отправляем все это в погреб. Вот так вот заготавливаем и готовим себе на зиму варенье. А дай-ка попробовать. Ай, вкуснятина. Темы канал. Авто, мото, сад, огород, освещение, отопление и всякообразные ремонты. Дешево, металлик с нитрой. В мешках, пакета, горшка. Вверх ногами. Результат на мансанду. Нифига себе к Новому году. Эту работу желательно проводить. Ну, блин, и молодец. Как и в медицине, прививка начинается со стерильности. Полный ремонт аэрографии. Электрика беспроводных коробок. Что дает экономию газа. Нужна зимой и летом. Блин, прыщи. А то испугалась, думала, все, машинка накрылась. Жидкого состава. Щетки надо заменить.